И тишина, главное. Такой грохот и тишина. Давай пять. Бонни, ты что наделала? Представляете, Бонни укусила Ксюшу до крови. Доброе утречко. Всем привет. Бонни, иди ко мне. Бонни, мне бы твою активность утром рано. Собака хочет поиграть. Время у нас 6:30, 6:30. У собаки проснулась активность прям с утра. Давай, давай, я тебе кину. Давай. Давай, иди сюда. Не хочет, не дает мне. А почему я не такая активная с утра, как она? А, Бонни? Ты войди, Маргарита, буди. Ой, Куша проснулась. Выспалась? Нет, не выспалась. Смотри, как я ногу вчера сломала. Как? Я кровать, постельное белье меняла. Матрас подняла, и когда заправляла под матрас, ноготь зацепился за, короче, это, за кровать между матрасом. И все. И улетел мой ноготь. Что, не ходишь в школу? Не выспалась. Маргарита уже убежала. Рано утром. Один денечек и выходной будет. Тяжело всем вставать утром. Каждый день говоришь, что ты не хочешь идти в школу. Макс, пойдем. Пойдем быстрее. Не, я же могу работать, мне не холодно. Я тоже хочу, как она. Ну, вот так вот. Каролина пока в школу у нас не ходит на этой неделе. На следующей неделе только будет ходить. Все, пойдемте. Да. Пока, Ванюш, ты не пойдешь. Я взяла телефон, села и вдруг упала. Ну, как-то у меня еще была рука здесь, и я вот эту вот штуку дернула, и она упала в мусорку. Да, вот эта вот штука, зеркало, хорошо там мусорка была, если бы мусорки не было, оно бы разбилось. Ох. И вот это зеркало, оно прямо туда в мусорное ведро упало. Я слышал такой грохот, я думала, у нее упала вот эта лампа, потому что она бывает падает, и от нее такой же грохот, но сильный. Я захожу, тут темно, ничего не видно, присматриваюсь, она на полу валяется и ржет. Ой, это вообще... Не, ну бывает такое, да, ты автоматически... Ты чувствуешь то, что ты стул оставляла, ну, как сказать, выдвинутый, а стула нет, и ты садишься и в пропасть, да, такая? Ой, вообще прикольно. Шо, что не ударилась на голову, ничего, в шкаф. Но грохнулась ты, конечно, это... И тишина, главное. Такой грохот... И тишина. А потом я захожу, она ва-ха-ха-ха, и ржёт. А что ты делаешь? Снег пошел, смотрите, снег идет. Снежочек. Марк, Ксюша уже попрыгала. Без тебя. Ребята, смотрите, 99,966. Маргарита, 100 тысяч скоро. А как ты огромная здесь? Это просто не верится, я вот так увеличила. Осталось 34 подписчика. Обалдеть! А снег идет и идет, идет и идет. Мне нужно делать домашнее задание. Здесь нужно, в общем, раскрашивать разные слова, которые, например... Ну, я не знаю, этого в русском... А. В русском нет. Так в русском есть, но ты не знаешь, как по-русски называется. Нету этого в русском. Нету в русском? Нет. Там какие-то глаголы, это там... Это perfect, nomen, verben, adjektiv. Ты не знаешь, как они называются. Оранжевый. Попроси, пожалуйста, у Ксюши желтый карандаш. Пожалуйста, дай желтый карандаш. Нет, у меня желтый. Желтый есть. У Каролины должен быть. На, вот здесь поищи. Так, телефон убираем, когда уроки делаем, пожалуйста. Иначе уроки не закончишь никогда. Конечно. Конечно. Ты новую толстовку взяла? Угу. Ты новую толстовку взяла? Угу. Почему? День. Потому что она свою? Испачкала шоколадом. И она не отстиралась. И она взяла новую толстовку.
Ну, конечно, когда у тебя там куча лежит в подвале, конечно, да? Можно прийти и взять, mm-hmm, да, как свой магазин. Боня у нас любит кушать снег. Все, наверное, собаки такие. Вкусно прям, да, Бонь? Ой, как вкусно, снежок такой вкусный. Ребята, все, 100 тысяч. Давай 5. Yes. Спасибо. Мама, он снег с собой взял. Засохло. Представляете, 100 тысяч подписчиков. Смотри, это я не верю. Спасибо. Еще одна кнопочка. И сюда еще Ксюша кнопочка будет. Смотрите, сколько кнопок, ребят. И это все наши. Да, это все наши и ваши заслуги. Без вас, конечно, это бы вы не было. Вы просто молодцы. Вы так поддерживаете нас, и нам просто хочется все больше и больше для вас делать. Еще больше и больше каналов, да? Да. Вы все просили, чтобы она показала свою новую косметику. У нее появилось много новой косметики. Сегодня она будет наводить порядок, убирать там и заодно покажет вам, что у нее попадалось в календарях. Может быть, кто-то пропустил, может быть, кто-то не видел наши влоги, да? Мы садимся ужинать. Грибочки жарятся. Да. Мы сегодня опять кушаем раклет с сыром, с овощами, с салатиком. Курочка, грибочки, мяско. То есть не мяско, а сосиска. Они это зажигали, это орлиты. Так, все, приятного аппетита. Грибочки, тарелочки. Вон твоя тарелка. Это маленькие тарелки. Ничего, можно кушать. Это компотита, ну? Да, ты взрослая. Так, приятного аппетита. Эти уже в пижамах сидят. Они спать собрались? Ты спать пойдешь? Нет, еще рано. У нас еще вот такой сыр, только нужно порезать. Так, телефон убираем. Это папин. Папин? Вот папа телефон убираем. Папин. После этой Сумочка не надо играет. С подписчиками играешь? Да у меня нету. Она не слышит нас. Она нас не слышит. Хватит кушать, ты что ешь, дай сюда. Так, ладно. Вот кто мороженое съел. Это у меня уже давно было. И еще ходит, спрашивает, а где мороженое? Вот кто съел мороженое. У меня уже вчера здесь, да, конечно, стояло. Напишет мне. Я тебе, кстати, кофточку твою постирала, вот эту зеленую. Ты эти испачкала, да? Нет, это мороженое было. Чуть-чуть капнула. А я тебе кофту постирала. Оно мокрое. А. На улице очень много снега. На улице много снега? Много. Давай посмотрим быстрей. Где? Вау, офигенно. Ой, прям много. Ну, правда, но это много. Вон, а батут опять в снегу. Давай опять сейчас. Нет, холодно. Ну, мама, нет. Завтра. Завтра. Мама, завтра нет. Больше не будет. Мама! Завтра. Мама, завтра больше не будет. Будет завтра. Мама. Ты в туалет хочешь? Что ты дергаешься? Мама! Вау. Бонь, она хочет прыгать на батуте в снег. Мама. Где она была вообще? Она спала, что ли? Да. Бонь, ты где была? У нее во рту что-то. У нее во рту что-то, вон, смотри. Паука съела. Паука съела. На мусор съела. Ох! Ты хочешь наверх посмотреть? Она замерзла. Она замерзла, мама. Смотри. Так там же оно мокрое было. Ай-яй-яй. Спина моя. Больно? Смотреть, что ты тут делаешь? Это ты кого-то лепишь? Смотрите, ребят, как вы думаете, кого она слепила? Это Бэби Йода. У тебя прикольно получилось. Каролина очень любит лепить. Она вот сидит уже здесь, наверное, часа два лепит. Тишина, ее не слышно. Я думаю, где Каролина? А, вот она что. Она сидит тут, лепит. Надо тебя... на это отправить, на кружок лепки. Так, а мы никак не можем установить мод. Новый мод на игру. Вам мод. Рождественский. И что здесь написано? Тут слова. Не могу. А что, нет на Samsung, на iPhone? На Samsung есть, там надо Play Market, Google Play. Ну, у меня есть Google Play уже.
Какие только видео не просмотрела, и мы уже пытались на компьютер скачать, не получается. Маргоша пришла. Ты где была, красавица? С балетками. На танцах? Чирлидинг или гимнастика? Гимнастика. Гимнастика? Устала? Да. Мину наложила, здесь две. Маленькие. Прям как раз Маргарита пришла вовремя. Убрать. Они, я тут. Она не добежала до улицы. Боня, ты что наделала? Представляете, Боня укусила Ксюшу до крови. Покажи. Прокусила ей. Ай-яй-яй. Ну так случайно получилось. Боня не хотела. Просто Ксюша хотела изо рта. У Ксюши во рту кусок колбасы был. Ну такой большой. И она хотела, чтобы Бонька у нее это выхватила. И получается, я Ксюшу наклонила, и Боня в этот момент прыгнула, и Бонька воткнулась своими клыками, зубами прям Ксюшке в губу. Не идет кровь? Да нет, нормально. Дырочка ну, маленькая. Шипит. Ну да, щипит, там же ранка. Бончик, ты чего? А? Скажи, колбаска вкусная такая? Скажи, я прыгнула за ней. И Ксюшу я наклонила, чтобы пониже. Я думала, Бонька не допрыгнет, наклоняю Ксюшу. И Бонька прыгает в этот момент. Вот такую вот колбаску хотела Ксюша ей дать. Ну как она не допрыгнет? Есть минута за. Ну не знаю, я думала чуть-чуть тебя опустить. А она прыгнула высоко. Как куда-то опустила, но... Все, больше не давай ей, хватит. Бонни. Нет, да? Давай уже. Спать. Baby forever! Ой, Джонни! Ты смотри, она сначала туда, сюда, потом на стол. Ой, Джонни! Жулька. Джонни, Джонни, Джанетта. Нет, это Джонни. Да не Джонни, это Бонни. Что ж вы его называете, то Жанна, то... Бонни. Это Чупи! Гони, не гони! К Максу приходит его друг, и он называет... Ее Гони. Гони! Он не может ее назвать Бонни. У него постоянно получается только Гони. Гони. Она не хочет в твоей комнате спать больше. Она постоянно шкрябает. Я знаю. Хотела себе делать ногти, но уже поздно. Завтра сделаю. Все спят уже. Так, я сейчас села монтировать видео. Быстренько смонтирую и спать. Так что на сегодня все. Всем спокойной ночи.